Уважаемые телезрители, здравствуйте. Сегодня в нашей передаче поговорим о здоровье. Мы коснемся очень интересной темы – папилломовирусная инфекция и вакцинация Гардасилом. У нас в гостях Яна Валерьевна Дуванская, гинеколог Володарской амбулатории. Рак шейки матки – это тяжелое заболевание, которое представляет угрозу жизни. Практически во всех случаях до 99% это связано с заражением гениталий женщины некоторыми типами ВПЧ вируса папилломы матки. Поэтому, Яна Валерьевна, расскажите нам, пожалуйста, что же такое папилломовирусная инфекция? ВПЧ-инфекция или вирус папилломы человека является распространенной инфекцией. Она относится к инфекции, которая вызывается вирусом папилломы человека. Вирус папилломы человека относится к группе вирусов, содержащих около 100 типов вирусов. 30% из этих вирусов являются онкогенами. Их можно распределить на две группы. Первая группа вирусов является вирусами онкогенности высокого типа. Вторая группа является вирусами онкогенности низкого типа. Вирус папилломы человека, который относится к вирусу высокой онкогенности, является вирусом 16, 11, 18 типов. Это вирусы, которые чаще всего вызывают заболевания гинекологические и онкологические шейки матки. Яна Валерьевна, а расскажите, как часто встречается ВПЧ-инфекция? На сегодняшний день приблизительно 20 миллионов людей инфицированы вирусом папилломы человека. Приблизительно 50% сексуально активных и женщин, и мужчин в течение жизни инфицированы вирусом папилломы человека. По приблизительной оценке в 2009-2008 году в США зарегистрировано около 9,5 миллионов новых заражений вируса папилломы человека. Причем заражения идут в группе наиболее сексуально активного возраста. Это молодые юноши и девушки от 14 до 25 лет. Если перевести расчет, это получается каждый четвертый молодой человек или девушка уже инфицирован вирусом папилломы. Яна Валерьевна, каждое заболевание имеет свои симптомы. А какие же симптомы имеет эта инфекция? В основном вирус папилломы человека передается половым путем, но известны случаи, когда было произведено инфицирование ребенка матерью при прохождении его через родовые пути. Большинство людей, зараженных вирусом папилломы человека, не имеют симптомов, то есть они даже не знают, инфицированы они или нет. В 30% случаев внешние симптомы вируса папилломы человека проявляются кожными изменениями. В основном вирус локализуется в кожах, в клетках кожи и эпителии слизистых оболочек. Чаще всего люди предъявляют жалобы на косметический дефект, на кожные высыпания в виде образования кондилом. Может также беспокоить зуд, болезненность высыпания. Яна Валерьевна, расскажите, пожалуйста, какая же связь между инфекцией ВПЧ и раком шейки матки? Ежегодно регистрируется около 490 случаев вновь зарегистрированного рака шейки матки. 99% из образцов рака шейки матки выделяется вирус папилломы человека. Это дает основание полагать, что связь между вирусом папилломы человека и развитием рака шейки матки очевидна. Скажите, пожалуйста, кто же может вакцинироваться от ВПЧ? ВПЧ-вакцинацию рекомендуется проводить девочкам 11-13 лет. Также разрешена вакцинация девочкам от 9 лет и молодым женщинам от 13 до 26 лет. Почему? Потому что идеально вакцинировать женщин и девочек, которые еще не имели сексуального опыта, за счет того, что в этом возрасте эпители шейки матки наиболее восприимчивы к вирусной инфекции. Яна Валерьевна, а давайте поговорим, насколько эффективна ВПЧ-вакцина для девочек? Исследования показали, что вакцинация переносится очень хорошо. Эффективность практически 100% для предотвращения заболеваний, которые вызываются вирусом папилломы 16, 6, 11, 18 типа. Также доказано, что существует иммунологическая память, которая зафиксирована в течение 5 лет после вакцинации. Расскажите нам, пожалуйста, как проводится вакцинация?
Вакцинация проводится трехкратным внутримышечным введением вакцины в течение полугода. Первая вакцинация проводится в первый день вакцинации, вторая и третья вакцинация проводится через 2 и 6 месяцев соответственно. Яна Валерьевна, а расскажите нам, пожалуйста, нужно ли вакцинированным девочкам, девушкам, женщинам в последующем проводить скрининг цервикального рака? Я думаю, что нужно обязательно женщинам и девочкам приходить на осмотр. Почему? Потому что вакцинация направлена на 4 типа вирусов. Но существуют еще вирусы, которые тоже, возможно, могут вызывать цервикальный рак в последующем. Это первое. Второе. Вакцинация является профилактической. То есть она не защищает от тех заболеваний, которые, возможно, женщина уже перенесла на момент вакцинации. Поэтому женщина обязательно должна проходить цервикальный скрининг при прохождении осмотра у врача-гинеколога раз в 6 месяцев. Должны ли женщины или девочки исследоваться на ВПЧ перед вакцинацией? Девочки или женщины не нуждаются в ВПЧ-тесте на наличие вируса папилломы человека в организме. Почему? Потому что если женщина инфицирована, нет точного определения, каким именно вирусом она инфицирована. Вакцинация является профилактической, она все равно эффективна при вакцинации. Дорогие друзья, сегодня мы с вами провели беседу о вакцинации гордосилом. То есть вакцинация, которая не всегда, люди не всегда верят в нее, не всегда знают об этом заболевании. Это заболевание, которое по частоте является вторым, то есть рак шейки матки, это второе онкозаболевание среди онкологических у женщин. Первое – это у нас рак молочной железы. Поэтому вакцинировать или не вакцинировать девочек – решать вам. Но знайте, заболевание серьезное. И могут быть различные вещи, которые нам просто-напросто, докторам, не предотвратить. Подумайте, нужна ли вам вакцинация. И будьте здоровы. До свидания.